Разный взгляд на решение проблемы России не подходит. Проект резолюции по Сирии, который предложила Новая Зеландия, он лишь частично соответствует подходам Москвы. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ранее он предполагал, что проект документа может быть перспективным. Там содержится требование положить конец атакам, приводящим к гибели мирных жителей, установить гуманитарную паузу в 48 часов и провести медицинскую эвакуацию, вернуться к политическому процессу. Но вчерашнее обсуждение документа в Совбезе ООН выявило множество несовпадений в мнениях по этому вопросу. Уже 7 дней в небе над Алеппо самолеты российской и сирийской авиации не появлялись. Не приближаются они к городу, не наносят ударов. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. И вот для мирных жителей, которые покидают восточные районы Алеппо, продолжают круглосуточно работать 6 гуманитарных коридоров. Открыты пункты горячего питания, оказание первой медицинской помощи.